Благотворительный фонд «Линия сердца» существует в Подмосковье уже более 10 лет и занимается поддержкой людей в трудных жизненных ситуациях. В День защиты детей помощь получили 66 семей Ленинского городского округа. Подарки были вручены многодетным и семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. Помимо того, что творческий набор у нас идет каждому малышу, мы также даем и продуктовый набор, потому что в связи с тяжелой ситуацией пандемии коронавируса, помимо того, что люди, которых оберегает наш фонд, находятся иногда в трудной жизненной ситуации. Это родители, которые имеют особенных детей, это многодетные семьи. И поэтому он никогда не будет лишним, этот продуктовый набор, и он будет нужным. В продуктовый набор входят товары первой необходимости, которые долго хранятся – крупы, мука, рис, масло. Также для каждого ребенка предусмотрены средства индивидуальной защиты. На территории нашего муниципалитета с распространением гуманитарной помощи помогают волонтеры и общественники. У нас сегодня работает больше 14 волонтеров, которые, соответственно, получили список, получили непосредственные наборы. И сейчас начинают, соответственно, свой развоз по адресатам. Семья Ивановых – одни из тех, кому благотворительный фонд подготовил подарки. В их семье трое детей. Младшая дочь Юля родилась с синдромом Дауна. Несмотря на это, она очень общительная, любит учиться и узнавать что-то новое. В бытовом плане во время режима самоизоляции семье пришлось нелегко, но они потратили время с пользой. Юля очень любит писать буквы, она учится писать цифры. Вот у нее очень много материала всякого. И плюс, все, что у нас есть, у нас очень много всяких развивалок для таких детей. Вот мы с ней занимаемся. Краски, фломастеры и альбомы от благотворительного фонда пришлись как нельзя кстати. Девочка сразу приступила к любимому занятию – рисованию и поблагодарила за подарки. Вместе, громко. Спасибо! Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.